Если вы заняты оборудованием лодки для рыбалки, то посмотрите это видео. Это держатель для удочки, выполнен из анодированного алюминия. Он не боится коррозии. Это заводская упаковка. Обычный картон, но нас интересует то, что внутри. Это держатель, выполнен из анодированного алюминия. Внутри полимерный вкладыш, который не повредит комель удилища. Внутри стопор. Обратите внимание, болты под шестигранник. Сейчас я их откручу и покажу вам механизм. Болты, конечно же, из нержавеющей стали. Теперь мы добрались до болта. Он тоже под шестигранник. Он фиксирует поворотный механизм. Как вы видите, я немного развернула стакан. Теперь мы оденем его на леер. Хочу обратить ваше внимание, что данную подставку можно использовать с леером до 25 мм. У меня леер 22 мм. Но с помощью болтов мы подожмем, и все будет держаться. Как вы видите, все очень надежно держится. И теперь можно отправляться на рыбалку. Помимо вот таких удобных подставок, в нашем интернет-магазине есть даунриггеры от этого же производителя. Найдите их у нас на сайте.